Современный советский район города Минска был образован в 1938 году и изначально назывался Ворошиловским. Сегодня в советском районе проживает более 167 тысяч человек, а также находятся всем известные УП «Комаровский рынок», ООО «ЦУМ», а также крупные торговые центры «Паркинг», «Импульс», «Европа», «Манеж» и «Пассаж». В районе функционирует 21 промышленное предприятие. Советский районный отдел по чрезвычайным ситуациям города Минска располагается на улице Красной и включает в себя две пожарно-аварийно-спасательные части – номер 4 и номер 24, а также пожарно-профилактический пост номер 32 на объектах Белорусской государственной филармонии. Пожарно-аварийно-спасательная часть номер 4 была сформирована в сентябре 1939 года. Сегодня на вооружении подразделения стоят две автоцистерны, автомобиль быстрого реагирования и автолестница. Штат части составляет 49 человек. 24-я часть была образована приказом ГУВПС МВД Республики Беларусь в 1996 году и располагалась на стадионе «Спутник». На вооружении подразделения сегодня стоят три автоцистерны, автомобиль быстрого реагирования, автомобильный коленчатый подъемник, и штат части также составляет 49 человек. 32-й пожарно-профилактический пост создан в 2006 году и располагается в здании Белорусской государственной ордена Трудового Красного Знамени филармонии. Штат подразделения составляет 6 единиц. Конечно же, основным и наиболее значимым направлением деятельности советского РУЧС является предупреждение и ликвидация пожаров и других чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Ежедневно на боевом дежурстве находится 6 отделений спасателей, оснащенных современной аварийно-спасательной техникой и оборудованием ведущих мировых производителей. Молодежь – это наше будущее, именно поэтому работе с детьми и подростками советского района уделяется особое внимание. В учреждениях образования района создано 35 клубов юных спасателей пожарных, в которых занимается более 6,5 тысяч детей. Под руководством советского РУЧС на базе 3 общеобразовательных учреждений организовано обучение учащихся по направлению «Безопасность жизнедеятельности». Также организована работа юношеской секции по пожарному спорту и аварийно-спасательной подготовке. Помимо ставших традиционными конкурсов детского творчества «Спасатели глазами детей», «Палитра безопасности», «Лагеря юный спасатель», проводятся соревнования по пожарному спорту, дни открытых дверей и экскурсии в части. А также ежегодно проводится олимпиада среди учащихся профильных классов по направлению «Безопасность жизнедеятельности», где сборная команда советского района на протяжении нескольких лет занимает исключительно призовые места. Советский районный отдел по чрезвычайным ситуациям стал для многих работников трамплином в карьере. В нем работали и начинали свой путь начальник управления пожарной службы города Минска и Минской области, полковник внутренней службы Ямный, министр по чрезвычайным ситуациям генерал-майор Остапов и первый заместитель министра по чрезвычайным ситуациям генерал-майор Карпицкий. Среди личного состава советского РУЧС есть работники, геройски проявившие себя на службе. Указом президента Республики Беларусь за личное мужество и отвагу, проявленные при спасении утопающего, командир отделения ПАС-4 советского РУЧС, старший прапорщик внутренней службы Турукин Андрей Валерьевич, награжден медалью «За отвагу». Сегодня в советском РУЧС работает сплоченный и профессиональный коллектив, способный выполнять все поставленные задачи – спасать людей из огня, воды, с высоты, ликвидировать пожары, последствия наводнений, ДТП и многое другое.